100 призів за 30 днів. Розіграш від Манівео. Пане Романе, Україна оголосила про військову загрозу в акваторії 6 російських портів. От глянемо на карту, фактично все узбережжя. Від Анапи, йдучи Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі. От всі ці порти Росія, Україна оголосила військову загрозу. Що це означає? Це ми проанонсували, що будемо бити усе, що туди йде, і наскільки це важливо? Мы обязаны предупредить мировое сообщество через испанскую диспетчерскую службу. В Испании есть диспетчерская служба, которая всем кораблям, всем капитанам кораблей в мире передает такого рода сообщения там, где ведутся какие-то боевые действия или закрываются акватории. И места закрытия, причину закрытия до всех капитанов доведено, а дальше капитан сам принимает решение заходить в эти воды или не заходить. То есть это уже на его усмотрение, по крайней мере, если наш беспилотник торпедирует, допустим, какой-то корабль, который у него окажется на пути, то эта проблема будет капитана корабля, а не Украины. Это очень важно. Поэтому мы, с одной стороны, выполнили протокольное мероприятие. Мы обязаны предупредить весь мир о том, что мы ведем здесь боевые действия. Это и было выполнено. К чему это приведет? Ну, первое, это сразу же приведет к росту страховых платежей в тем кораблям, которые сюда будут идти, так как ни одна страховая компания за те суммы, которые были оговорены ранее, страховать уже не будет. Будут страховать иногда даже, может быть, дороже фрахта. То есть для того, чтобы минимизировать риски. Потому, можно сказать, мы эти порты закрыли для нормальных страховых компаний. А сюда уже могут прорываться какие-то, ну, левые, можно так сказать, корабли, которые не сильно в цивилизованном мире как-то себя показывают. То есть можно сказать о полном закрытии для цивилизованного мира этих портов. Ну и то, что мы будем однозначно будем уничтожать российский военный флот, а он там везде находится. То есть любой такого рода причал, порт, он может обслуживать военные корабли, а значит является легальной военной целью. Ну а дальше уже будет все зависеть от количества тех беспилотников, бэков, беспилотных, безэкипажных катеров, которые есть у нас на вооружении. Вот недавно их показывали, не один, то есть несколько модификаций, по крайней мере. Ну и время до следующей зерновой сделки, пока опять зерновые барыги нам не свяжут руки для того, чтобы мы не могли работать по Чорному морю. Пане Романе, чи правильно я розумію, що от Росія била по наших портах, підняла ціну на зерно, ми не могли вивозити, вона своє зерно намагалась дорожче продавати. Зараз ми оголосили про військову загрозу, і ви кажете, мито буде підніматися. Таким чином ми паралізуємо їхній вивіз зерна, і це можна вважати як дуже хороший крок. Ну не только зерна. Дело в том, что особенно Новороссийский порт – это один из мощных таких хабов по перевалке энергоносителей и нефти, и дизеля, и керосина. То есть и не только Новороссийск, там несколько портов на российском побережье как раз такого уровня. Да, это можно говорить о том, что это такая уже война, которая переходит и в экономическую плоскость в том числе. Это не специально, естественно, делается. Это просто как следствие боевых действий. Потому если хотите заниматься экономикой, прекращайте военные действия, выходите с украинской территории и дальше торгуйте. А пока будут военные действия вестись, никакой торговли не будет. Но опять же, повторюсь, пока нам зерновые барыги опять не свяжут руки какими-то договоренностями, а давайте вы тут не стреляйте, а мы тут зерно повозим. Вот тогда опять это все прекратится, такие действия наши по уничтожению российского военного флота до следующего этапа. Почему всегда войны затягиваются на длительное время, то только в основном из-за того, что вмешиваются финансисты, вмешиваются бизнес, и выгодно, с одной стороны, некоторым выгодно как раз продолжение военных действий. Ну вот посмотрим, когда остановят. Вот сейчас у нас открылись окно возможностей для боевых действий на Черном море,
для уничтожения всех российских кораблей и некоторых гражданских суден, которые занимаются перевозкой военной техники, которые также военной амуниции любого уровня, которые также в этом случае являются легальными военными целями и военными объектами.